Знаете об этом? Нет, да, вот смотрите, коррупционер, коррупционер и педераст, коррупционер и педераст, который обогащается путем незаконных поступлений, да, коррупционер и педераст. Смотрите, смотрите, чего вы кричите, я прошу прощения. Вы ко мне зачем подошли? А я вам хочу сказать, вы представляете, что вашей структурой, руководит коррупционер и педераст, который обкрадывает государство. Вы представляете, не выплачивая, податки, укрывая доходы, вашему руководителю нужно и место в тюрьме. Вы поняли меня? Спасибо большое. Это определит закон, и мы посмотрим. Дело все в том, что вашей структурой руководит тот человек, который на сегодняшний день всего лишь навсего обманным преступным путем обогащается, вводя суспильство в оману. Я прошу прощения, Вот смотрите, я сейчас зайду в помещение и одягну маску, а вы держите дистанцию. Я прошу прощения, полтора месяца. У вас еще есть законы? Смотрите, если вы добропорядочный гражданин, пойдите, напишите заявление, уйдите с этой преступной организации Бигус.Инфо, и закончите. Честно говоря, манипулировать и убивать журналистику своим присутствием. Спасибо большое. Вау! Народный дедок. Сказать нечего.